Всем привет-привет, с вами счастливые люди Happy People. Сегодня с вами будем готовить арбузные цукаты. Что нам нужно для начала? Для начала, само собой, нам нужно скушать арбузик и оставить от него корочки. Как мы и сделали. Корочки мы почистили, а вот эту кожуру зеленую тоже почистили с арбузиков. То, что этот красненький арбузик остался, это ничего страшного. Следующим шагом нам нужно будет их разрезать на кубики, ну, сантиметр на сантиметр. Примерно ориентировочные. Ну, кому как понравится, можно мельче, можно крупнее. Но в моем случае мне будет немножко крупнее сантиметра. Ладно, сейчас нарежу и покажу, что нужно делать дальше. Вот так вот я их разрезал. А у меня арбуз был в общем массой 10 килограмм, но с толстой кожурой. И кожуры у меня здесь вышло килограмма 3,5. А теперь, значит, нам все это нужно будет засыпать сахаром. Слоями можно сразу засыпать. Из расчета примерно полкило сахара, ну 400 грамм на 1 килограмм наших цукатов будущих. Вот так вот я пересыпал их сахарком. Теперь оставляем их в комнате, ни в холодильник, ни в теплое место никуда убирать не нужно. Нужно их при комнатной температуре оставить и дождаться, пока арбузные корочки наши, будущие цукаты, дадут сок. Ну, я думаю, время пройдет от 8 до 12 часов. Так, ну вот, ребят, наши арбузные корочки дали сок. Очень-очень много сока. Теперь я все это выложу в кастрюльку и начну варить. Как закипит, после кипения буду варить примерно минут 10-15. Так, ну вот, наши корочки закипели, бурлят. Здесь тоже у нас бурлят. Получилось у меня две таких кастрюльки. Понемногу в процессе варки они у нас немного осядут. Вот. И теперь я их буду кипятить, ну, минут 10-15. Так, ну все, мы их прокипятили. Я их прокипятил 15 минут. Наши корочки. Вот такие вот они получились у нас. Оп, камера сразу начинает потеть. Теперь я их оставлю при комнатной температуре остужаться. Ну вот так вот наши корочки остыли до комнатной температуры. И теперь мы повторно их поставим кипятить. Примерно кипятить будем минут 15-20 на медленном огне. Так вот, ребят. Закипело по второму разу у нас. Здесь. И теперь добавим лимонную кислоту. Сюда пол чайной ложечки. И сюда пол чайной ложечки. Она будет как бы придаст такой немного пикантный кисловатый вкус. И будет использоваться в качестве консерванта. Ну так вот, ребят, наши цукаты готовы. Вот такие замечательные. Стали они желтоватого цвета. Такие полупрозрачные. Сейчас мы их шумовочкой вытащим на лоточки нашей сушилочки Волтера. И далее будем сушить. Вытаскивать будем так, чтобы вот этот сок весь у нас остался. А в дальнейшем этот сок, ну, кто-то выльет. Но так как он очень сладкий, как сироп, мы его из него будем варить компот. Но это вы уже не увидите. Вот такие вот замечательные цукатики у нас получились. Ну вот так вот, ребят. Через шумовочку мы пропустили. Дали стечь соку. Вот такие вот блестящие кусочки у нас будущих цукатов лежат. Такие довольно-таки уже мягкие, вкусненькие, кисло-сладенькие. И теперь мы нашу сушилочку включаем на 70 градусов. Накрываем крышечкой. И оставляем сушиться примерно часа на 2, на полтора. Вот. А у кого нет сушилки, вы можете разогреть духовку или духовой свой шкаф до температуры 100 градусов. И на противне также посушить эти кусочки. Ну вот, ребят, как после того, как она у нас маленько подсохла в сушилочке,
Если еще раз повторюсь, у кого-нибудь сушилочки можно в духовочке. А посыпал я их, получается, сахарной пудрой. Так, вот у нас сахарная пудра у нас. И пару деньков они у нас на листе прижали. Это, кстати, вот сахарная пудра у нас комочками сами делали. И вот такие вот замечательные у нас цикаты. Очень-очень вкусные получились. Мамочка вот пробует сейчас. Кирилл, давай. Ну-ка, попробуй, Кирюш. Вкусно? Нет. Кирюш. Нет? Нет, не вкусно. А что, лопаешь тогда? Сладенькие такие вот замечательные. Прикольные получились. Ну все, кому понравилось, делайте цукаты из арбузных корочек. Всем приятного аппетита. Всем пока-пока и удачи. С вами были счастливые люди. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. Делитесь видео в соцсетях.